как воздержание влияет на твои отношения с девушками, какой опыт был у меня и почему многие парни отмечают повышение уровня уверенности на воздержании. Довольно часто мужчины, которые не практикуют воздержание от порно и мастурбации, задают мне вопрос, как связана уверенность в общении с девушками с воздержанием, какая здесь вообще взаимосвязь. Правда, на первый взгляд кажется, будто никакой связи нет. Ну не дрочишь, порно не смотришь, как это может влиять на твое общение с девушками? Оказывается, напрямую. Это влияет напрямую на то, как ты взаимодействуешь с девушками. И вот что я хочу вам сказать. Если ты дрочишь, забудь, что такое адекватные здоровые отношения. У тебя их не будет.